Будет как право. Несколько раз. Будем. Будет как право. Единственное скажу, что за последнее время Главное управление внутренних дел, подразделения здорово изменились. Во-первых, и по линии кадров, и по линии укомплектования, так, и обмундирования, и уже стали совсем не те люди, которые были у нас в 60-х годах. Это сложное дело было, сложная работа была. Не было ни машин, мотоциклы только начали появляться. Очень трудно было, и нам пришлось все это дело восстанавливать. Вот при мне я пришел сразу в органы, в должность начальника ГАИ Волгоградской области. Конечно, с гражданки это было несколько по-другому. Но я вам скажу, быстро, в течение 2-3 лет, с приходом нового министра, новых людей, высшие органы власти, в наше управление, все стало изменяться, милиция стала не та, которая была раньше. Я уж не называю там полиция, милиция, органы внутренних дел. Это люди, отдающие себя нашей России, отдающие себя, значит, служению нашему президенту, нашему министру внутренних дел, а в нашей Волгоградской области и нашему начальнику главного управления. Дай Бог им здоровья, и дай Бог, чтобы вот такие мероприятия, поздравления личного состава и развод непосредственно по службе продолжался дальше. С праздником 101-й годовщины нашей милиции. Товарищ генерал-лейтенант, личный состав Главного управления МВД России Волгоградской области, Волгоградская академия, подразделение Росгвардии, общественное формирование на общий гарнизонный развод, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел, построил, докладывал замначальника полиции, полковник полиции Гулян. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант! Поздравляю вас! С наступающим праздником Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Ура! 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 Лучшая воля, великая слава, твое достояние во все времена. Славянских народов союз вековой, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Начальнику Главного управления Министерства внутренних дел. Примите искренние поздравления с наступающим праздником. Не случайно в одном строю подразделение Главного управления МВД России по Волгоградской области, курсанты Волгоградской академии МВД, подразделение Росгвардии, наши верные помощники, дружинники и казаки. Вместе мы обеспечиваем охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения на территории города-героя Волгограда и Волгоградской области. Я искренне благодарю всех за помощь, за поддержку. Вместе мы сила, вместе у нас получается, это подтвердил чемпионат мира, проведенный на территории города-героя Волгограда в текущем году.
полицейские вместе с другими правоохранительными органами в теснейшем взаимодействии с администрацией области обеспечили надежный правопорядок на чемпионате. Мы получили высокую оценку министра внутренних дел Российской Федерации по чемпионату. И в подтверждение этому многочисленные ведомственные награды, которые уже начинают поступать, глав и частично они будут сегодня вручены. Искренне желаю ветеранам, сотрудникам органов внутренних дел безопасной жизни в городе Герои Волгограде и Волгоградской области. Мы за это отвечаем. Мы и это обеспечим. Я искренне желаю всем тем, кто находится сегодня в служебной командировке на Кавказе, а у нас ни много ни мало два сводных отряда в Дагестане. Они выполняют самые сложные служебно-боевые задачи. Мы искренне желаем вернуться всем живыми и здоровыми после выполнения задач. Я в этом уверен, так и будет. Приятно получать добрые слова и благодарности от руководства МВД Дагестана, от руководства УГОИП за хорошую службу наших сотрудников. Коллеги, я уверен, что мы в дальнейшем будем надежно обеспечивать правопорядок на территории города Героя Волгограда и области. С праздником! Спасибо! При исполнении служебного долга указами президента Российской Федерации медалью «За отличие в охране УМВД России по Волгоградской 2018 года» номер 1104 по личному составу присвоено очередное специальное звание полковник полиции подполковнику полиции Дружинину Алексею Юрьевичу, заместителю начальника управления организации общественного порядка главного управления. Бонжур, Россия! За добросовестное выполнение служебных обязанностей, высокое профессиональное мастерство, активное участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городе Волгограде награждены медалью Путилина майор полиции Редин Александр Юрьевич, начальник отдела управления уголовного розыска главного управления. Редкая медаль. Служу России. Главное управление. Никита Сергеевич, главный эксперт экспертно-криминалистического центра главного управления. МЗЧ МВД России по Волгоградской области. Капитанин Алексей Юрьевич, заместитель начальника управления организации. Подполковник полиции Буров Михаил по Волгограду. Почетной грамотой МВД России майор внутренней службы Трофимова Екатерина Евгеньевна. Внутренних дел Волгоградской области оказание помощи генерал-лейтенанта полиции Кравченко Александра Николаевича награждены МВД России. Майор полиции лейтенант полиции Давиденко Евгений Анатольевич, начальник отделения связи. Майор полиции Морозов Максим Александрович, старший полицейский отдела вневедомственной охраны по городу Волгоградской области. Полиции Маврин Сергей Вячеславович, заместитель начальника отделения тыла Волгоградской академии. Сычев Алексей Георгиевич, начальник отдела ФКУ Центр хозяйственного управления. Майор внутренней службы Бочкарева Екатерина Владимировна, старший инспектор по особым поручениям отдела кадров Евгения Александровна, инспектор управления организации деятельности Елизавета Павловна, инспектор отдела анализа, планирования и контроля главного управления. Районная дружина города Волгограда. Казачьего общества, Волгоградский казачий округ, войскового казачьего общества, Всевеликое войско Донское. Благодарственным письмом председателя Волгоградской областной думы награждены полковник полиции Китаев Александр Иванович, командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела МВД России Камышинский. Дистанция 10 шагов. Направо.
Ровнее направо. Шагом. Марш! В преддверии праздника Дня сотрудника органов внутренних дел в строю стояли не только сотрудники полиции главка, Академия МВД Волгоградская, бойцы Росгвардии, дружинники, ну и казаки. Казаки вы сегодня видели в новой форме одежды. Это форме одежды очень солидно, достойно Донского края Волгоградской области. Они сегодня ярко представили большой казачий коллектив. Ну и, как говорится, любо им. Спасибо за помощь. Грубо, как форма. Привет, он подъезд, да? Надо. Попрошу вас обязательно поговорить. Ну, я не забуду напомнить обязательно. Николаевич, как, о чем вы говорите? Я напомню. Во-первых, вам. Я леща же крупного такого кремлянского, что уже сделано, да? Наконец-то хоть форму. Надо идти дальше. Так точно. Дальше надо идти. Так точно. Есть. Обязательно. Все, спасибо. Праздников, парни. Праздников.
вас тоже праздник. Праздник. Господа казаки, я сказал атаману, приятно видеть вас в новой форме, но нужно идти дальше, развиваться, поэтому будем об этом говорить с губернатором и в Думе, естественно. Нужно двигаться дальше. Вас благодарю за практическую помощь, поддержание правопорядка. Мы только вместе вперед на благо жителей Волгоградской области. Спасибо вам за службу. Люба казаки. Люба! Сегодняшний строевой смотр на площади павших борцов состоялся в период подготовки к празднованию. Сейчас этот праздник называется День сотрудников органов внутренних дел. Вот. Ну, до этого он занимался День милиции. На построении, на скриптаже разводе торжественно принимали участие сотрудники полиции, сотрудники Росгвардии, народная дружина и казаки Волгоградского казачьего округа. Вот. Двух казаков, меня и командир отряда быстрого реагирования от имени губернатора Волгоградской области, начальник УМВД России по Волгоградской области, поблагодарил за службу в моем лице всех казаков и вручил благодарственные письма. В положительную сторону более тесное взаимодействие с администрациями, более тесное взаимодействие с органами внутренних дел, с иными силовыми и правоохранительными структурами. Вот. У нас за последний год появился богатый опыт совместного несения службы обеспечения охраны общественного порядка на территории города Волгограда, Волгоградской области, вот за что нас и поблагодарили. И совместно с сотрудниками полиции, совместно с Росгвардией, ну, как яркий пример, это несение службы в период обеспечения общественного порядка при проведении чемпионата мира на территории города Волгограда. Сейчас, что касается изменений в лучшую сторону, субсидия, которая поступала в Волгоградскую область, вот, дала возможность казакам одеться всем в единообразную форменную одежду установленного образца. Вот, казаки получают поощрительные выплаты, казаки получают заработную плату за участие в охране общественного порядка. Ну и казаки осваивают иные виды государственной службы. Все слышали, что генерал вам сказал. Это, наверное, самые лучшие слова на сегодня. Будем работать, друзья. Ну а что сказать? Спасибо вам за то, что вы несете службу и несете ее достойно. Вот это самое главное. Это мнение не мое, это мнение людей, жителей Волгограда. То есть впервые, может быть, за многие-многие годы они видят, что вместе с полицейскими несут службу настоящие казаки. И по духу, и по сердцу. Поэтому вам спасибо большое. Люба! Люба! Всего доброго.